когда мы с вами начинали вот эту задачу построения, я говорил о методе геометрических мест, да, помните? Да. И такой способ, что у нас есть два условия, одно закрываем, другого строим, потом другое. Это очень универсальный метод, нам не обязательно требует геометрические места, но вообще большинство различных построений так делают. И вот здесь я хочу сделать примерно то же самое. Что мы можем, как догадаться, как решить эту задачу? Вот представим, что мы, вот нам нужно, чтобы диагональ была здесь, да? А вершина на окружность. Ну, сразу две вершины на окружность трудно посадить. А вот одну вершину диагональ, это не трудно. А вторая у нас поверхность. А потом мы подгоним, чтобы это получилось. Как дальше строим? Я взял эту точку, да? И знаю эту точку, да? С нее я начинаю. Это будет одна вершина квадрата, она находится. Как мне теперь построить квадрат, чтобы диагональ была прямой и вершина на этой точке? Как же достроить, вот, исходя из этой вершины квадрата, построить остальные вершины, чтобы две диагонали прямой была? Какая была? Окружность. Гипербола, эллипс,
Все называешь, что знаешь. Окружность это, Господи. Окружность. Все узнают. Ага. А почему? Потому что торопишь двигаться по окружности. Ну да. Что? А потому что это как бы отражение вот этой точки. Да. Потому что эта точка отключается и там. Симметрия. Это прямой. Поэтому если она проходит окружность, то есть симметричная проходит окружность. Нам... Теперь построим. То есть нам подходят такие точки, когда пересечение с окружностью. Вот это теперь вот. Построим. Нет, не всегда, но где выполняется условие? Пересечение. Две точки подходят только. Пересечение вот розовой окружности с зеленым. А как розовую построить? Да? Можем мы розовую окружность? Отразить зеленую лишнюю. Как построить красную окружность? Если... Она... Что вы про нее знаете? То, что она... Откуда она берет? Что вы про нее знаете? А, что можно отразить точку центра нижней окружности и взять... Но она симметрична вот этой окружности, да? Нет, да. Да. Это вы знаете? Да. Ну, давайте построим симметрично. Тем более здесь нет легко вам было. Чуть сложнее, но тоже можно. Построим. Опять же, и таким образом привести окружность.